на березке. Такая березка живая. Нашли, видите, чагу. Вот он. Трутовик скошен, это его грибница. Сейчас мы попробуем ее взять, сбить. О, отлично. Смотрите, вот такой отличный кусочек чаги получается. И сейчас мы вот эту вот черную поверхность уберем ножиком, потому что пока она хорошо убирается, она влажная, хорошо счищается. Как только посохнет, ее практически невозможно убрать. Вот, и кусочки чаги уже можно будет подсушивать.